finanse e vlejane e dengue e isso na toca para poste da vocati o jipo nos do passivo escane sarsa e prato nos razo o nepas que nós os na chana o petit que vou ver onde a gente via pravene pai da mosicha que se vai na rua desa na perro metape cada vez é mudo de gatazá sou gospel já deixei o posto de cachorro. Nikashu jiklas moik mitsuiko yani nikashu ni pot control of shekira ili nada iskapoko boka jidla devo prieto srashoto zadi galave ni tetap no zadi mesti kadiba zadi mesti mesto no on je skazal što sa patom prilo što to ja pokapa pa slušu ču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 č
ime exactly list. Pakati ime exactly list. Eto chen menya mti moji sturit. No ivo ni sturish. On vidit et exactly list. И потом твое пустыне, как пастор Дэнни говорит, твое пустыне затягивается на 40 лет. Потому что ты не добросовестный человек, ты не искренний. Надо просто сжечь эти мосты и просто посвятиться и служить ему без остатка, просто быть Бог одержимым Богом. При этом твое сердце чисто. И Бог видит, что ты его, что он твой приоритет. И что, ну, для дороги, но у тебя ничего не будет больше ценности. Это доказательство, что ты не только на слава принял решение стать сыном, а в реальную жизнь. Читаем. Псалом 4, 3. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Что печалит Бога? Послушайте, Бог говорит, что всякий раз, когда мы живем ради этих вещей, мира сего, да, вещественный начал, мы подвергаем поруганию славой. Потому что мы его слава. Мы слава ему. И когда мы начинаем служить вещам, с нашей славы Бога, мы его слава, преклоняемся перед одеждой, перед замужеством, перед машиной, перед домом, перед деревом посадить, сына лежать, то есть слава Бога, свежий, но сотворение. Написано, что мы вершина творения. Мы венец творения. И венец творения, который служит чему-то иному, кроме Творцу, который живет, вспоминая или опасениями, о вещей, какие-то вещи, переживая за что-то другое. Ну, о чем-то еще, что-то другое думает. Он порабощает славу Божию, себя. Который принадлежит только Богу. Эта слава должна быть только отдана Ему. Эта слава должна служить только Ему. И мы склоняем эту славу под вещами, вещественным начала мира сего. И мы этим самым подвергаем поруганию славы Божьей. И Бог возмущается и говорит: доколе, доколе моя слава будет поруганием вот таким образом. Сколько еще ты будешь жить для вещей? Сколько еще ты будешь жить чем-то мнением? Сколько еще ты будешь жить опасениями какими-то? Доверься мне! Ты моя слава! Ты создан для меня, чтобы принести мне славу! И только мне! Доколе ты будешь это подвергать поруганием? Из-за тебя поругается Бог. Из-за вас, если вы не живете без Бога, только для Него. Из-за вас, на доме, имя и вас поругается. Он поругается, и Бог возмущается на небе, сидит и говорит: Господи, зачем я вообще ему доверился? Зачем я его послал сюда?
печалит Бога. Бог огорчен, когда сыновья остаются рабами. Когда Божья слава находится в другой. Посмотрите, что творится. Взрослый мужик. Человек, который уже должен стать сыном. Посмотрите на эти фотографии все. А вместо того, чтобы стать сыном, в нем живет, посмотрите, кто живет в нем. Памперс. Памперс живет в нем. Голова вроде бы как у человека. Тело тоже вроде бы как у человека. А вот поругали. Потому что он живет под страхом, под влиянием вещественным нашим. Те, которые я перечислял в нашем. Давайте не завязываем с вами. Все, завязываем. Все. Я начинаю живут на другой уровень. Все. Становлюсь богатырчивым. Безумный кристаллами. И пока вы кто-то сейчас принимаем это решение, Бог не показывает рак. Рак груди ссылается, потому что вы приняли правильное решение. Умирает рак в очереди. Вещественное начало теряет свою силу. То есть, в вещественном начале не должны держать. Я нагашаю. Дальше. Когда Божья слава находится в поругании, тем, что дети Божьи не становятся подлинными сыновьями и наследниками, они бесславят Небесного Отца. Когда Божья слава находится в поругании, Божья слава находится в поругании, когда дети Божьи не становятся сыновьями, живут ради суеты. Божья слава находится в поругании, когда дети Божьи А. не становятся сыновьями, Б. живут ради суеты, и В. Кто из нас знает, что мы с вами порой живем суетой? А мы должны жить сыном, его сыном, его интересом, его смыслом. Девушка, у вас такое желание есть сейчас, раз вы начали? Ты хочешь стать девушкой, но стать с тобой. Боишься меня, да? Не надо меня бояться. Ты хочешь стать сыном? Как тебя зовут? Наташа. Ты понимаешь? Да. Ты хочешь, не хочешь жить в суете и подчиняться суету? Не хочу. Ты хочешь вырваться? Да. Жечь мосты? Да. Примешь и поговори с Богом. Давайте, каждый также. Кто этого человека? Поговори с Богом. Она сокрушается, пока она слушает проповедь, плачет, рыдает. Я вижу, что Дух Святой прикасается, она принимает решение. Каждый сейчас скажите Богу своими словами. Все. Я рвусь, я прорываюсь со своим прошлым. Это надо умереть для себя. Скажите Богу, просто положи себе на алтарь сейчас. Я умираю для себя, для своих желаний. Даже если я не выйду замуж, даже если у меня ничего не будет, я ложу себя на алтарь, как Исаака. Потому что надо отдать себе, как Исаака Богу. Надо отдать все своего Исаака Богу. Умереть для своих желаний, умереть для своих хотений, умереть для своих интересов. И только после этого Бог воспринимает тебя всерьез. И скажите ему, Господи, все, с сегодняшнего дня я твой раб без башни. Я не хочу забить об этом, я буду искать, как это сделал пастор Дерек, я буду все проповеди искать, я буду платить цену, я буду проходить мимо сквозь вот это море, я буду пройти мимо сквозь эту пустыню, но именем Иисуса я заплачу любую цену, я, ну все, только чтобы тебя не огорчать. Божья слава находится в поругании, когда дети Божьи А. не становятся сыновьями, Б. живут ради суеты, и В.
обмануты миражами и иллюзиями этого мира. Дальше. То есть три вещи. Когда мы не становимся сыном, Бог им славу поругает. И Бог огорчается. Когда мы живем в суете, ради суеты, Бог огорчается. И когда мы обмануты иллюзиями, иллюзии, что у меня то будет наша мечта, то, что мы только обманем, о том, что Бог не мечтает, о том, что небо мечтает. Наша мечта, то, что мы только о том, как его будет угодить, как его прославить. Если надо ради, чтобы славить его, зарабатывать деньги, зарабатываем деньги. Если чтобы прославлять его, надо идти в политику, идем в политику. Все, что надо будет от нас, чтобы просто он прославился, делаем. Понимаете меня? Также слава Божья находится в поругании, когда мы ищем суетное. Библия говорит, что мы Его слава, ибо вы слава наша и радость. 1 Фессалоникийцам 2:20. Поэтому, когда мы ищем суетное, тогда слава Бога находится в поругании. Это земное. О, чтобы красиво выглядеть. Ой, чтобы это самое. Ай-яй. Дальше. Экклезиаст 10:7. «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком». Когда Бог не получает... Божье сердце огорчается. Мы с вами должны стать сыновьями на земле. На коне. Это значит, что верующие должны быть во главе везде ради Господа. Во главе всего, везде. А мы что делаем? Валяемся на полу. Но еще не поздно. Многие из нас только недавно пришли в Бога. Мы должны быть лучшими в школе, бизнесе, в образовании. Мы должны пойти в лучшее образование, аспирантуры, все, чтобы мы не были теми сыновьями, которые ходят пешком. Но мы должны быть теми сыновьями, которые правы на земле. А для этого надо учиться, надо стать лучшими. Кто-нибудь слушает меня или нет? Дальше. Когда Бог не получает славу, вся слава должна принадлежать Богу. Но пока мы живем ради чего-то, кроме Его цели, Он не получает славу. Исайя 42:8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Когда мы служим какой-то либо цели, кроме Божьей цели, мы отдаем Его славу себе, истукану. Его славу мы берем и отдаем истукану. Поэтому Он посылает людей в ад. Потому что я не отдам славу моим истукану. Если человек, кому я доверял свою славу, берет и служит чему-то каким-то другим целям, кроме моим целям, этот человек не может наследиться с вами бездной. Этот человек должен пройти вечность там, где истуканы и идолы проходят вечность. В аду озера огня. Служить чему-то иному, кроме Богу и Божьим целям, это служить истуканам. Это отдавать славу истуканам. А он говорит, слава моя, не отдам никому. Дальше. Третий пункт. Псалом 21, стих 31. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек». В украинском переводе Агиенко сказано точнее. «Буде потомство служить ему и заличене буде на веки у Господа». Если дословно перевести с украинского – будет потомство служить ему, и зачтено будет навеки у Господа. Знаете, это уже идет, какие будут благословения, если мы рискнем, стать семенем. Стать сыном значит стать семенем. Потому что стать сыном значит посеять себя. Просто посеять себя для Господа, как семя. Кто принимает решение посеять себя для Бога? Боитесь, девушки, принимать решение. Кто принимает без страха это решение
не жить для себя больше, а посеять себя как сына, как семья, семя. Служение. Вот что будет у меня. Потомство такого человека будет у Господа вечно, навеки сочтено. Один человек служит Богу, который будет стать один, допустим, служит Богу, он положил себя, свою жизнь на алтарь, как семя посеял. Бог гарантирует, что целое поколение выйдет из него, от него. Потому что семя, семя, упавшее на землю, если не умрет, много плода с него не будет. Но чтобы было урожай, чтобы было много плода, семя должно войти в почву. Только же посеять себя, как семя. И Бог говорит, если кто осмелит, с него пойдет целое поколение. Вот я, пастор Салей, скажите мне, если пастор Салей, будет ли у пастора Салей физические дети, или не будет. У пастора Салли уже есть целое поколение или нет? Поколение из пастора Салли уже вышло или нет? Вы, мое поколение. Кто желает, чтобы целое поколение тоже через него вышло? Для этого нам надо принять решение сегодня. Такое же мощное, разнообразное, многообразное, как пастора Салли. Нам надо принять решение, что все. Сегодняшнего дня умираю для себя, перестаю жить для себя, перестаю искать своего, сею себя как семья. И Бог говорит, a posterity shall serve him, and it will be recounted, it will be counted of the Lord as the next, to the next generation. So it is a new King James Version. A posterity shall serve. When you serve him, a posterity comes out of you that will serve God. When you become a seed, from that seed comes out a whole generation that will live for you, out of you. It doesn't have to be biological children, but the posterity will be counted in the eye before the Lord. Если вы будете служить ему, не обязательно биологически потомство, но потомство выйдет. Целое потомство, целое поколение будут служить Богу. Вот почему он говорит, что я проклинаю ненавидящего меня до четвертого поколения, но я благословляю возлюбившего меня на до тысячу родов. Вот об этом поколение речь идет. До тысячу, до тысячу, до тысячу. Это если кто-то поступил и будет служить. Ты один послужил как семья, и тебе будет на тысячу годов целое поколение и потомство. Потомство на тысячу годов. Скажите, Господь, у меня будет потомство на тысячу годов. У меня будет целое поколение. Смея. И биологически. Целое поколение на тысячу родов и тысячу лет будет механизм моя, потому что я принял решение стать семья. И сею себе на поплату его. Не буду искать своего Божьего. Я семья. Я семь. Я ищу только его интересы. И живу только для него. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Последствия решения. Если вы примете решение отдать себя на служение, жертвовать собой,
сжечь мосты, жить ради Бога, ради людей, не ради себя, то с этого одного семени произойдет целое поколение. Благословение от Господа. Бог настолько почитает такую жертвенность, что человек, отказавшийся от всего ради Бога, все свое потомство обеспечивает благословениями от Господа. Все потомство. Стоит отказаться от всего тогда ради Него. Это не значит, что не жить. Это не значит, что не работать. Это значит, мир жить для себя. А оставить его интересы превыше себя. Дальше. Иов 5:25. «И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле». Это обетование исполнилось не только в жизни Иова. Пример жизни Авраама. Это обетование исполнилось также в жизни Авраама. Оно также до сих пор исполняется в жизни каждого представителя еврейского народа, благодаря Аврааму, только потому, что тот принял решение жертвовать собой в послушании Богу. А ты, человек, Авраам, сформируй свое обязательство. Я стану Авраам своего поколения. Для своих потомков. Я буду этим Авраамом. Дальше. Обетование Божие для сыновей. Если мы принимаем вызов стать сыном, семенем, чтобы жертвовать собой, сеять себя ради других, то вот какие обетования Бог гарантирует нам. Слушайте внимательно. Иов 21:8. Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Украинский перевод Агиенко. Насилья их міцно стоїть перед ними, при них, а їхні нащадки на їхніх очах. На англійському говорить, their descendants are established with them in their sight, and their offering before their eyes. То є ті, хто ми глазами вірі потом сотворю. І оно буде тут вийти, но навіки перед тобою. Это вечная награда называется. Только потому, что они приняли решение стать сильным. Вот почему я поэтому стать сильным. Любой ценой мы с вами должны стать сильным. Любой ценой мы должны стать сильным. Который будет служить руками. Дальше. Псалом 88:5. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. Украинский перевод говорит: «Встановлю я навеки насіння твоє, а твій трон я збудую на вічні віки». Представляєш, що це? «Your seed I will establish forever and build up your throne, my God, to all generations, my, to all, not to one generation, not to two generations, not to three generations». Написано на английском, що навек утвержу семя твое, в род и в род устрою престол твой. А там написано на английском, в род и в род утвержу потомство твое на все веки, на все веки, на все роды я утвержу твое потомство, благослови твое потомство. Один принял решение стать семьей, за сыном. Скажи, я стану этим сыном. А точно стану сыном. Следующее. Псалом 88:30. «И продолжу вовек семя его, и престол его, как небо». Украинский перевод говорит: «И насинья его покладу я навеки, а трона его, як ни небо». Английского. «For I have said, mercy shall be built up forever, your faithfulness
you shall establish in the very heavens. То есть для людей, которые принимают решение служить ему, он утверждает навеки. Дальше. Псалом 88:37. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Український перевод. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before. Тільки тому, що ти прийняв рішення стати сином. Можна поліся. Семя його прибуде вічно, і престол його, як сонце передо мною. Одно рішення служить йому. Одно рішення. Далі. Псалом 111:2. Сильно будет семя, прошу прощения, сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Будет сильным насіння его на земле. Будет поблагословенный рід безневинных. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Потому что ты принял решение одно. Ти буде сильно на землі, сім'я твоя буде сильно на землі, в рот благословися. Следующий. Пример жизни Ісуса. Даже Ісус должен був стати сином, щоб всі ці обітування исполнились в його житті. Матфея 17:5. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака. Глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Римлянам 9:29. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Содому. Семя все решает. Семя все решает. Я это семя. Ми с вами должны знать это семя. Семя все решает. От семени все идет. От семени приходит плоды, от семени приходит урожай. И поэтому говорится, если бы Господь Саваоф не оставил нам семя, Сын Иисуса, Сын, Он семя, то мы сделали бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Всякой из земли, где нету сыновей, значит, нет семени. И только там, где становится сыновьями, и сын себя как семья, избавление, искупление приходит для той земли. Если там никто не стал сыном, значит, нет семени, которое можно сеять для спасения этой земли. И что происходит с этой землей? Та земля становится как сыном. И думала, давайте мы все станем. Все служители, которые надо рукоположить, дай им служить.